Всем привет, друзья! С вами Димбос. И сегодня мы будем играть в Roblox, в игру, где мы должны работать в пиццерии. Да. Так, у нас здесь есть... Вернемся. Кассир, который принимает заказы и дает. Ну, не буду. Здесь английский. А, нет, он русский добавился, ясно. Так, повар. Здесь можно готовить. Я пробовал. У меня здесь пожар случился случайно, но... Да. Фасовщик или фасовщик, я точно не знаю. Ну, короче, укладывать пиццу и сюда. Ну, или же... Нормально, курьер. А давайте пока что курьером. Да, и это я. Я так сделал. Ну, потому что здесь можно менять образ. И достаточно много разных забрала вариантов, как можно поменять образ. Прям реально много. Так, это у нас какая-то радужная пицца B6. Ауч. Так, вот. Так, мы вот так открываем. Наконец ты приехал. Ну, да. Так, и еще вот здесь есть работа кое-какая. Точно не понимаю, что надо делать, но... Не знаю, продукты отвозит или что-то такое. И здесь можно прокачивать дом. Ну, вот давно играют. Так, а мой дом, ну, ничем не отличается от других. Сейчас найду его. Реально опасно. Так. Опа, где реально мой дом? А, вот, В1. Так. Ну, знаете, курьером я часто работаю, но им можно работать только когда другие есть. Ну, то есть, смотрите, никаких фасов... Вы меня поняли, можете посмотреть. Это те, кто укладывал. Ясно, он был, но как бы ему конец пришел. Ну, ясно. Прикольно. А вот много поваров. У меня есть вопрос. Если я зайду вот сюда. А, и реально, и правда много поваров. У меня так тоже было. И это неприятно. Кстати, а как вам мой скин вообще? Ну, по мне так прикольно. Я решил сделать все как котик. Ну, поскольку я как бы котик. Так, мне надо сменить. Я хочу... Менеджер? А что он делает? Так, а это что? Ясно, мне страшно. А, нет, вот это самое уши. Ну, мне это не нужно, я думаю. Так, поваров нормально, это... Осторожно, а то Они стоят, ясно, я понял, как это делать. Так. Два кассира. Ну, давайте здесь третий. Хорошо. Так. А, они вот так работают даже. Там. Так. Я вот этим займусь.
Я готов принять. В чем разница? Даже не знаю, что взять. Ну, давайте, подумайте. Я помню, здесь на английском когда-то было. Так. А, это реально просто. А дальше? Ясно. Что там мне сказали? И это все вы считаете нормальным? Спасибо, не надо. А это что? 998. Так. Что здесь? Что вы хотите? Я сам могу есть пиццу? Круто. Так, еще один клиент. Ой, они со скинами. Так. И это нормально тоже? А, давайте. Пепперони. Знаете, это достаточно просто, хотя я думал, что это сложно. 150 монет. Прекрасно. Чтоб вы знали, мне иногда и поменьше зарплаты дают. А это тоже надо принять заказ? Давайте я с этим лучше. Вот, прекрасно. Чего вы хотите? Выглядит аппетитно. Это прекрасно. Я могу с вами поговорить? Да, вот так мы скажем. А это нормально, то, что у него машина на голове, да? Не, ну это тоже нормально. Что вы хотите? Да. Удвоенное время, я не понимаю, что делать. Эх, давай. Ты не ушел даже. Он у меня что-то заказал? И не ушел. Так, так, здесь уже говорят. Тут у нас тоже все нормально. О, новый клиент. Эль клиенту. Или как-то так. Так. Давайте встанем вот так. О, пепперони. Не, ну правда, это очень легко. Ну, короче, я здесь поработаю, вернусь, когда заработаю еще чуть-чуть денег. Так, здравствуйте, да. Я вернулся, короче, ко мне тут пришел кое-кто. Вам не напоминает кое-кого? Да, я изменил скин, потому что у меня там кое-какая футболка была с волком. Она мне не давала надеть эту. Ну и как бы я обслуживаю себя. Ну дайте себя. Да. Так, ну я здесь подзаработал уже. У меня 1000 с чем-то монет. Я думаю, шефов нам хватает. Господи. Я даже эту пиццу не хочу есть. Она упала на пол. Эх. Ну, фу. Здесь работа. Все самому надо делать. Ваша пицца отвратительная, переделать все. Она с тараканами. Уже вся остыла. Ты почему ее не накладываешь? Вот сюда. Бам-бам. Берем коробку, закладываем пиццу, закрываем коробку. Что, засор? А, да что ж такое-то?
Давай. Не, ну почему я один здесь могу хорошо работать? Вот я вам положу коробок. А, вот пиццу приготовили. Первая, вторая, третья. Первая, вторая, третья. Четвертая. Ясно, с ним что-то... О, здравствуйте, это, кажется, босс? А, это менеджер. Ну, вот. Так, а как сменить? А? Чтобы сменить, достаточно вот так сделать. Так, я уже работаю вот здесь. Так, складываем. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Так, ну, пицца как там? Давайте я проверю, что там на кухне происходит. Здесь у вас скоро все сгорит. Короче. Я жду пиццы. Упс. А это, наверное... Я вот такие никогда вроде бы не делал. Я не знаю, их тоже в коробку или как? А! Ну и что ты сделал? Ты нажал на мою коробку, и она пропала. Да... Не смей нажимать на коробку. Да ж... Почему... Что-то не так с пиццей. Ладно, я не представляю, что здесь не так. Сопает что? Ясно все. Подождите, отвезите меня тоже кое-куда. Короче. Я поехал. Давайте еще немножко. О, хорошо. Только как-то медленно. Ну ладно, это же работа. Я насквозь проехал. Ладно. Это то, что должны были довести. Так, я знаю, как открывается. Только как-то запоздало. Так, ну, вот так припаркуемся. Так. Мне обучение не нужно. А еще должно не... А, вот так прям. Нет! Я слезу пролил. Вот. Стоп. Эй. А, фух, можно открыть. Ну, как это понимать? Он просто угнал мой фургон. Ясно, эта работа не для меня. Вот я бы его вот так и сбил. Форсаж 9.
Опа. Ладно, не очень. Ну как здесь? Ясно, ничего. Вот отсюда грузовики. Оп. Куда их? Я забыл, куда их? А. Удачи. Так, давайте... Не, ну с ним реально что-то не так. Стоп, а как я... Она теперь вам менеджер? Стоп, и она как-то закрыла эти штуки. Жалюзи. Я забываю, что здесь вот это. Ясно, здесь не всегда довольны покупатели. Вы хотите что-то заказать? Ну, ладно, здесь мы недолго. Потому что так мы уже пробовали. Все, прекрасно. Мне писали, кстати, то, что меня должны повысить. Так, вот как здесь все делается. Здесь... Сопа. Как это? Здесь же были рецепты в другом месте. Они вот здесь. Ладно, может... Не знаю, что-то обновилось или другой сервер просто был. Так, ну, готовься. Так, вот этого положим, вот этого. И вот такая грибная вот пицца у нас получается. Мы берем ее и все. Главное, чтобы она... так сказать, не пережарилась, потому что... Потому что она... Если пережарится, то случится пожар. Да, вот сюда ее и надо было положить. Кстати, нам, к нам менеджер пришел. Так, все очень прекрасно... Ты что делаешь? У нас сара... Он зачем это сделал? Ладно. Если пицца падает на пол, на ней заводятся букашки. Что вообще мне не нравится. Так, давайте просто с сыром еще сделаем. Как вкусно пахнет, хоть я и в игре. Так, это вроде бы еще не жарилось, да? Так, вот этого. Вот этого. И закрываем. Стоп. А есть такая то, что без сыра? Вот она, сырная. Вот он поставил сейчас. Просто пепперони. Я знаю, что сейчас будет. Да, я так и думал. И сейчас, чтобы сыр расплавился, надо. А у меня вопрос, а сколько поваров? А то что-то меня здесь все бросили. Ну ладно, так тоже смогу. Вот, видите, я очень хорошо здесь вообще все делаю. Только знаете, единственное, чего я не понимаю... Убери. Ну скорее, у меня там пицца на полу. А
Один раз она прикоснулась. Так. Закрываем. Давайте вот такую. Так. Напиток. А как они делаются вообще? Я не понимаю. Стоп, они должны просто постоять как-то. А, вот у нас заказы. Так, этого нету в заказах. Ух ты, как много теста. Так, сырных достаточно много. Так что сейчас будем готовить сырное. Это. А почему у меня спрашивали в выгонятеле? Типа он стоял на месте или что? И я так и не понял. Так, а что? Что с пиццей? Она... Что такое? Так, что там происходит? Кто этим всем занимается? Ну и зачем? Мы потратили тесто. Так, ну, давайте вот такое. И да, кстати. Да, господи, положись! Ура! Она положилась. Да, кстати. Ну, вот так-то лучше. Еще один. О, все, это уже лучше. Так, пишется, что мало теста. Ну, ноль теста, ну еще 8. Я так и знал. Так, а как добавить тесто? Угу. Так, вот этого держите. Опа. Опа. Так. О. Так, это... Ясно, тот, кто был менеджером, сейчас... Не знаю, курьер? Или кто? Теперь повар. Угу. Ну, я думаю, вы поняли, как все это работает. А сейчас... Да, я так и думал. Почему никто напитками не занимается? Почему здесь лежит на полу кое-кто? А? И что вот это значит? Давай складываем, складываем. Нет, упал напиток. Что в меня пиццу вложили?
Так, ну, он справляется. Готовьтесь. Сейчас будет весело. Так. Ну что ж. Есть у нас B1. B1. А почему здесь открыта дверь? Ты бог. А. Ну, спасибо. Наверное, голодными были. Так, дальше B2. Так, B2, B4. Угу, 3, B4. Так, сейчас мне надо найти B3. Такая же есть? Нету. Ну ладно. Ой, не то нажал. Да, я знаю. Вот тебе еще пицца. Он забрал мою пиццу и не сказал мне даже ничего. Ладно. Все, на этом Б закончено. Теперь В. Я себе пиццу. Да. Окей. Ой, не та, не та. Собирай. Такое у меня лицо было. Кстати, красный. А, нет. Ну, красивый, но маленький. Вот прям уж очень маленький. Дальше. В2. Два В2. Первое это какое-то... Что это такое? Вот и все. О, я думаю, мне дадут очень много денег. Да, я, конечно, так управляю машиной. Зелененький дом. Так, и осталось А1, две таких. И одна А3. Где А1? А, ну вот А3. Ты бог. Да, так лучше ездить. Кстати, она задом быстрее, точнее наоборот. Не задом быстрее едет, а передом быстрее. О, на моих глазах прокачали дом. О, кстати, это тот чувак, который ко мне достаточно часто приходил вот там. Ну, вы знаете, типа я к себе тоже приходил. Так, ну а на этом мы будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ждите новых видео. С вами был Димбосс. Всем удачи, всем пока-пока.